16 августа 2016 года. Мы приехали с Батареевки, Батаренко, за ягодой. Вот на нашей газели. Наш сайт. Пошли мы вот так вот. Проходим обычно. Вот таким путем. Трава высокая, густая. Они не идут, даже видно, что высоко для них. Вот отсюда выходим на железную дорогу. Вот один путь всего остался. Сергей Павлович запаздывает с телефоном. Я не пойму, где мы оказались. То ли там дальше, где коренда? Ну вон кусты видно. Вон она здесь коренда, она же не сплошняком, а прерывается. Здесь она. Вон кусты коренды. Ну, вон они слева. Ну давай так перейдем и посмотрим. Себе. Защитная полоса пожара. Но они потом хорошие будут. Можно там кое-что. Идите сюда, все помолимся. Говорит, коренды нету, только выше и сразу есть. Прям попали там на нее сразу. А дороги-то и нету тут. Вокруг объехали бы, а куда? И распахали все. Нет, она есть, есть. Есть. Вон. Господи, благослови нас. Да будет благословено это место. Слава тебе за все твои милости и щедроты за этот день. Спаси нас, помилуй и сохрани от всякого рода зла. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот, аминь. Смотрите. Вот она, поднимаю ее. Это
смородина с крыжовником скрещенная. Очень хорошая ягода. Началось? Я еще подумал, Вата, Витяк, тебе одному надо будет после. Поешь маленький, иди. И гони вокруг машину. Ну да. И прямо тут остановишься. Такой травы я не видал и не знал. Собирайте. Вон куст такой большой, каран древний. Надежда Васильевна говорит, а ее нету. А откуда она знает? Ниоткуда. Она препятствует кушению. Вот, братья, вот отдельные есть кусты. Что там? Ну вот, кусты. О. С ягодами. Вот сегодня 16 августа 2015 года. Это мы вот тут уже собираем к аренду. Собрали. Приехали это от разъезда километра 2 до разъезда 4. Ну, может, неправильно тут. Может, километр тут. Во всяком случае, 5 километров от нашего дома есть. Я вот удивляюсь и искал вот, насчет лесополосы. Тут уже миллионы тонн плодородного слоя унесло. И ставятся вот эти вот лесополосы. Вот лесополоса, вон, вон, та поперек. И все, эрозия почвы прекратилась. Но сколько их? Сколько рядов? Я искал в разные, бывают шестирядные. Сколько деревьев? Вот тут они все хорошие, зеленые. Это вот прямо около железной дороги. Барнаул-Кулунда. Вот здесь мы находимся. Ай, какая красота сегодня, воскресенье. 16 августа. А вот на Преображение, мы помним, это был путч ГК чипистов. Когда приехал к нам директор, когда он был главный зоотехник Игонин. Теперь все, мы этим демократишкам, дескать, наведем порядок. Все в магазинах будет. Вот так, отходи соромку. Смотри, у меня коренда. Пошли дальше, мы спросим, сколько кто набрал. У меня она не совсем чистая. Тут много листьев. Он еще много. Он целый куст собран. Белая лебедушка. А ну-ка покажите, сколько. Сергей, показывай. Сергей, вот сколько. Так, показывай, Никита. Ну, у Никиты, как у Тимоши, на дне. Ну-ка. Сергей, покажи еще так, раз. Так, вот, не видно. Готовое. Тут это есть. Нет. Пойди в одно а ведре. Мы вместе твое. Сыпали. Угу. Мы вместе сыпали. У меня вот сколько. Вот. Ну, это тут и надо смотреть. Дело вот в чем. Когда мы собирались ехать, Надежда Васильевна говорит, коренды нету. Я ее накажу за это. Вот это ведерко подарю ей. Накажу. И она будет с ним возиться, пока приведет в нужное. Чтобы до утра съела. Да. Ну, мы же летали 5. Все, залазь. Ой. Так. Все, садиться? Поехали. Я начинаю на нашу машину, как белая лебедушка. Мы же не, помолились. Ай. Не поблагодарили Господа. Да, поблагодарить надо. Хотя бы здесь. Господи, слава тебе. Хвала тебе. Благословенная земля. Да будет для всех, кто здесь будет. Дабы не было здесь несчастного случая, пожара и порубки.
милосердность над нами. Научись за все благодарить Тебя. Да не будет здесь ни аварий, ни слез, ни воздыханий. Чтобы все приходящие сюда славили Тебя, как должно. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Игнат Тихонович, вы не против, если Анна поедет? Не понял. И Анна, если поедет? Нет, против. Когда я следу тогда? Так. Давай. Значит, ты, она больше меня водит машину. Ну, пока нет. Мы, ты, по времени. Ты выехал и в следующий раз когда-нибудь. Сегодня не надо. Если только за линию, когда переедем, может там будет. Ну и это. Съездили-то не зря. А. Нет, конечно. Ты доволен? Ты не просыпешь. Ну а почему нет? Ну все. Вы распоряжайтесь, а я свое ведерко захвачу, Надежде подарю. Мое тоже. А ты сам. Не, давай сам. На лагере оставим. Мы как вот хотели сегодня в воскресенье, а тут и по. Видите, забыл сказать, заметь, сколько километраж. Ага, хорошо. Назови. Цифру. 12859. Понятно. А сколько всего на спидометре? А вот это всего я и сказал. 12859. То есть почти 13 тысяч. Ой, я это не то сказал вам. Совершенно не то. Верно. В общем, 594. Запомните, 594. Что еще? А всего 128594. Вон как. Вот это дело. 128 тысяч. Это сколько раз по экватору проехали вокруг земного шара? Три раза. Да, наверное, с излишком, да? И еще слишком, да. Видишь как. Надо заметить, 594, да? Да. Ну сколько отсюда до дома? До разъезда, узнать надо. Во что нам это, вот этот крюк обошелся, чтобы поехали сюда далеко? Ну ладно. Все. Во славу Христову.